Привет всем, это Джеймс Айви с Antelope Audio, и я очень рад представить вам новый аудиоинтерфейс Antelope Audio ZenQ Synergy Core. Шина питает 14 входов, 10 выходов через Thunderbolt 3 для ПК и Mac. Если ZenGo — младенец линейки Synergy Core, то ZenQ — его старший брат с большим количеством входов и большими возможностями для звукорежиссера или исполнителя, которым нужны отличное подключение и мощность, при этом быть мобильным, а записи микширования — простым и лаконичным. Как видите, ZenQ имеет мимолетное сходство с ZenGo. На лицевой стороне большой светодиодный экран с подсветкой, отображающий чистую обратную связь с нашими входными и выходными сигналами. Есть усиление наушников и кнопки антилоп, а также регулятор громкости и регулятор управления. На передней панели вместе с двумя независимо конфигурируемыми выходами для наушников теперь есть два инструментальных или линейных входа через разъем TRS-джек. Однако сзади ZenQ действительно отличается от своего меньшего брата. У нас осталась пара микрофонных преампов Antelope Audio Discrete с комбо-разъемом XLR-джек. У нас есть пара основных мониторных выходов и вторая пара линейных выходов на балансных TRS-джек. Линейные выходы могут быть настроены для второго набора мониторов или использованы в качестве выходов для внешнего оборудования или третьего набора наушников через усилитель. Вы можете использовать эти выходы для эффектов, таких как реверберация и задержка. Затем установить возврат сигналов от устройства обратно на линейные входы в сведении или подключить эти выходы на сэмплеры для создания сумасшедших эффектов во время записи или даже живого выступления. Далее, у нас есть пары SPDIF, цифровых аудиоразъемов I/O через RCA и оптический вход ADAT, чтобы мы могли подключить внешний микрофон, оборудованный ADAT, который предлагает до 8 дополнительных входных каналов через один световод. Всегда помните, чтобы избежать нежелательных щелчков или хлопков при использовании входа ADAT, ZenQ необходимо синхронизировать с входящим устройством ADAT. Это не относится к SPDIF. Если оба входа и выхода SPDIF подключены к внешнему устройству и настроены на внешнюю синхронизацию от ZenQ. Затем находим разъем Thunderbolt 3 для подключения к вашему ПК или Mac. Стоит подчеркнуть, что он предназначен только для подключения к сертифицированному порту Thunderbolt 3 и не должен использоваться с адаптером Thunderbolt 2 или 1. Старые порты Thunderbolt не могут обеспечить ZenQ должной мощности и не должен использоваться. ZenQ — это интерфейс с питанием от шины, и здесь нет разъемов для внешнего источника питания. Наконец, когда вы не мобильны, есть замок Кенсингтона. ZenQ использует тот же стиль панели управления, что и интерфейсы Discrete и ZenGo. Выше расположены 4 входа с большим регулятором усиления и при необходимости функциями привязки, фантомным питанием 48 вольт, инвертированием фазы и доступом к моделирующим микрофонам Antelope Audio. Затем есть раздел маршрутизации и назначений, где мы можем выбрать просмотр микшера панели управления в 8- или 16-канальном режиме. Есть доступ к эффектам Antelope Audio Synergy Core. ZenQ поставляется с 37 процессорами, которые помогут вам начать работу, включая предусилители, эквалайзеры, компрессоры, лимитеры, гитарный усилитель и эмуляцию кабинета, специальные эффекты реверберации и важнейший гитарный тюнер. У нас также есть более 50 эффектов в магазине программы программного обеспечения Antelope Audio. Все от обычного парка компрессоров и оборудования до редких и винтажных устройств, многие из которых уникальны для платформы Synergy Core. Есть секция микшера для управления панорамированием и уровнем входящих и исходящих сигналов, а также соло и мьют. Их можно настроить на каждый выход. Headphone 1 привязан к основным мониторам, но Headphone 2 и линейные выходы можно настроить отдельно. Наконец, внизу основные регуляторы уровня наушников и линейных выходов монитора. Итак, я показал, что ZenQ имеет два настраиваемых микрофонных входа и два настраиваемых входа TRS. Это 4 одновременных источника аналогового входа. Так что, возможно, вы на репетиции захотите пропустить 3 гитары и бас через свой ZenQ.
Что ж, вы можете это сделать с помощью моделированного усилителя и кабинета Antelope Audio. Просто подключите 4 входа на высокий импеданс, Hi-Z или Hi-Z, в зависимости от того, где вы находитесь. Затем назначьте усилитель и эффекты по вашему выбору. Затем вы можете настроить выходы для наушников или их комбинацию. И, конечно же, каждый вход может быть записан либо с эффектами, либо без них. Или даже с обоими одновременно. Выбор за вами. Барабанщик приходит на сессию, возможно, с большей установкой, чем вы ожидали. Нет проблем. ZenQ может обработать до 14 входов одновременно. В этом случае мы собираемся подключить наш внешний микрофон, оборудованный ADAT, который дает до 8 входов с частотой дискретизации до 48 кГц. Можно использовать 2 преампа, чтобы получить 10 каналов записи, и можем использовать стерео-пару преампа на линейном уровне через разъемы TRS на передней панели, настроенные на линейный вход. Итак, 12 каналов микрофонов поступает в наш секвенсор через ZenQ. Если бы у нас был микрофонный предусилитель с цифровыми SPDIF-выходами, мы могли бы использовать его одновременно, чтобы использовать все 14 входов для ZenQ. У нас также есть вход обратной петли — loopback. Это умный способ перенаправить звук с вашего компьютера прямо в интерфейс и далее в ваш секвенсор. В этом случае, если бы мы играли под фоновую дорожку из медиаплеера, я мог бы использовать входы loopback для маршрутизации в мой секвенсор и мониторинга с почти нулевой задержкой через ZenQ. Возможно, в это сложно поверить, но вы действительно можете записать сессию всей группы, используя ZenQ, кучу микрофонов и пару других хорошо подобранных комплектов. На этой установке у меня мой 8-канальный микрофонный предусилитель ADAT. В конкретном случае я использую Audient ASP880, подключенный к входу ADAT на ZenQ. Я использую 7 микрофонов на барабанах, бочке, малом барабане, хэтах, ректоме, флортоме и стереомикрофон или пара оверхедов. У меня есть клавиатура, подключенная к 8-му каналу на ASP880 через DI-Box. Затем я подключаю 2 вокальных микрофона к 2 микрофонам. Гнездом ZenQ, а гитару и бас подключаю к передней панели. Опять же, с кабиной усилителя и включенным моделированием эффектов. Неплохо для устройства, которое не намного больше, чем кассета VHS, если, конечно, вы помните, как она выглядит. Сила ZenQ заключается не только в трекинге. Вы можете использовать обработку FPGA и DSP ZenQ для работы с вашим миксом, либо внесение исправлений в ваш AFX с помощью Inserts из вашего секвенсора, либо с добавлением бридж-плагина Antelope Audio AFX to DAW. Контролируйте обработку AFX из своего секвенсора и добавляйте до 8 процессоров Antelope Audio AFX в один инсерт вашего секвенсора. У нас есть специальные учебные пособия по этим вопросам на веб-сайте Antelope Audio и канале YouTube. Я очень надеюсь, что вам понравился этот краткий обзор нового аудиоинтерфейса Antelope Audio ZenQ с питанием от шины Thunderbolt 3 для Windows и macOS. Для дополнительной информации о ZenQ и полном спектре аппаратного и программного обеспечения Antelope Audio, посетите сайт antelopeaudio.com. Меня зовут Джеймс Айби, и я увижу вас очень скоро. Озвучено по версии Creative Baby Steam. Закадровый голос Шерус Рустамов.